Choco. Não come. Você tinha gris na câmera e faça em chance, chocane com chocane, passou golo, chocane. Rússia, Belarus, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Армения, Туркменистан и другие русские говорящие страны. Привет из Африки. Это Матюс. Страна называется Замбия. Столица Лусака. Я сегодня у меня интересное видео. Я вам хочу показать, как мы отмечаем Рождество в Африке, именно в Замбии. И вот я вам покажу маленький тур по церковь. У нас так выглядит церковь обычно, ну, не большой, но большой количество народ, который посещает это церковь где-то 500 человек. И вот у нас как выглядит внутри. И в церковь у нас традиция, что женщины, они сидят отдельно, и тоже мужики, они отдельно сидят. Такая традиция у нас. И вот самый главный в этот день, сначала мы слушаем Слово Божие, и все, которые сидят, они слушают Божие Слово и Божие. И смотрите, как детишки, они красиво выглядят и красиво они одевали, связано с это мероприятие. Мы, африканцы, любим одевать яркие одежды, чтобы было заметно, что там есть люди. И эти вот девушки, они приготовят разные еду, чтобы все люди, которые сидят там в церковь, будут кушать после этого праздника. Поэтому у нас это очень важно. В этот день мы кушаем очень-очень разные блюда, традиционные, и много чего-то. Картошка, курица, морковь, салат и так далее. Так могу сказать. И вот это они, наш повар. Они нас будут кормить после праздника. И вот женщина, она танцует спокойно, и она такая, ну, красивая. Вот если вы смотрите этот видео, пишите в комментариях, я хочу понять, как вы отмечаете Рождество, если вы отмечаете. И люди, они спокойно, спокойно сидят и слушают слова. И вот теперь это пришло время, которое у нас группа, которая поет разные традиционные песни на родном языке, называется бемба. Посмотрите, как они очень красиво поют и как красиво они одевали. Поэтому я люблю посещать такие мероприятия, потому что никогда, никогда не скучно, потому что тут все интересно, как люди, они двигаются, когда они поют. И эта группа, ну, содержать только женщины чисто, это мы называем их наш матерей, потому что они точно наш мама, и за им мы гордимся очень
очен. И вот они тоже поют свои песни на родном языке. И третья группа — это юность. Группа, которая тут по 20 лет, 23 и так далее. Потому что это они, будущий лидер. Поэтому у нас такая группа идет. Это вот девушка, она ведущая. Поэтому она так красиво поет. Мне очень нравится посещать такие мероприятия. И так у нас идет Рождество. Я хочу желать все, которые смотрят этот видео, с Новым годом. Пусть 23-й год приносит вас удачи, успех и, самое главное, здоровье и много-много денег. Вот смотрите, наши детишки, они ждут их время, чтобы показать, что они будут делать. Это группа. После этого у нас будет разные мероприятия, связано с Рождеством, потому что это самый важный праздник для, ну, христианства, потому что они говорят, что это день, когда Иисус Христос родился и спасал нас от всех грехов. Вот у нас такая, ну, вера. Ну, несмотря на это, мы все люди, несмотря на религию, так я считаю. Посещение церкви является самой важной частью Рождества в Замбии. Замбия — преимущественно христианская страна, и большинство местных жителей одеваются в своей лучшей воскресенье наряд и идут в церковь на Рождество вовремя. И вот, как я сказал в начале, что это является частью танцы. Это вот люди, они теперь ходят в церковь и показывают, какие танцы они могут танцевать. Посмотрите, какие красивые они. Посмотрите, как они красиво одевались. Это называется африканские традиционные одежды, которые тут можно найти. И все договорились, что мы будем одевать африканские одежду. И вот они ходят на цену, потому что у них какое-то мероприятие они будут делать. Это называется преподаватели, которые, или учители, которые учат детей про христианство, как надо жить и что надо соблюдать как христианин и так далее. Вот, посмотрите, просто мне очень интересно. Пишите в комментарии, как вы думаете, как вам, как мы здесь отмечаем Рождество. Если вы тоже отмечаете Рождество, либо, ну, в России, может быть, в Москве, по России, пишите комментарии. Мне тоже интересно стало знать, как вы отмечаете Рождество. У вас тоже так же или нет? Люди танцуют или не танцуют, или просто вы сидите и слушаете, ну, слово Божье. А у нас так обычно очень интересно и веселый. И посмотри, и вот детишки, у них свой, короче, танц, как они
двигаются и так далее. А здесь дети, они играют какой-то игры или что-то, они рассказывают про христианство. Это маленький фильм, так могу сказать. Они что-то показывают, как надо жить, если человек христианин, какие правила надо соблюдать и что именно не надо делать. Поэтому у них такие очень веселые. И все, которые сидят, это родители, они слушают, они смотрят, как их детишки играют. И как их детишки, они очень активны, участвуют в разные мероприятия в церковь. Это тоже одно и то же. Они рассказывают про рождение Христос, Иисус, как Он родился, почему Он родился, где Он родился и что Рождество значит для христианин. И тут очень эмоционально, когда это я смотрел, даже когда я это сам снимал, мне стало очень эмоционально. Ну, все это очень интересно и очень познавательно слушать такие слова или такие советы от детей. И мы, дети, они приготовили торт, потому что это праздник. Как же праздник без торта? И это торт они принесли с танцем, как обычно. Мы все знаем, что где африканцы, где там танцы или танец. Они танцуют, и детишки наконец-то они принимали участие. Они тоже танцуют, показывают, что мы можем танцевать, несмотря на рост, несмотря на возраст, но все равно они такие молодцы, они такие молодец. Вот поэтому я вам советую, что можно тоже приехать сюда, в Африке, и отмечать Рождество с нами, если вы христианин и так далее. Потому что я понимаю, что не все люди в мире, которые отмечают Рождество, но мне стало интересно вам показать, и надеюсь, что вам тоже интересно смотреть в церковь, что у нас творится или что именно происходит. Как вам интересно, не забудь поставить лайк, не забудь подписаться. Я буду благодарен очень. Дети, они вообще очень энергичнее двигаются. И тут дети, они тоже сами после этого, дети, они рассказывают, Божие слова из Библии по одному или по очереди. Тут тоже все рассказывали. У нас обычно раздают разные слова из Библии каждого ребенка. И каждого ребенка должны наизусть эти слова и потом рассказывать. И теперь все они рассказывают. Я тоже, когда я был маленьким, я этого делал почти 8
дети, но уже я взрослый, я больше так не делаю, просто могу стать учителем, детишки, ковни, службы, поются песни, разгреваются ветви, а в некоторых случаях исполняются танцы. Детям рекомендуется принесут подарок в церковь, чтобы раздать его менее удачливым детям, живущим в крайне бедный район. У нас тоже, ну, такая традиция, обычно мы раздаем подарок в разных местах, где люди, у них вообще ничего нету покушать, ничего нету одевать, или, ну, или где спать и так далее. Или находится в больнице и так далее. И, ну, вот торт, который приготовили, уже девушка, она танцует, и пока она танцует, вот она си ножем, русский язык, так сложно вообще, надеюсь, вы понимаете, что я говорю. И вот она тоже танцует, что это нож, надо резать торт. И это все, которые бросают деньги, это типа благодарен, что она очень хорошо танцует и так далее. И после этого они резали и кормили друг друга. Эта маленькая девушка кормил этого человека, это типа, ну, передает покорение от покорения. Обычно в этой сезон люди, большинство людей, они ходят по больницам тоже раздать подарок больные люди в церковь. После церковной службы в день Рождества существует обычай, что все дети идут в один дом, а все взрослые. И у нас это все бира в церковь, разные мероприятия, танцы и так далее. И это все дети, которые участвуют, рассказывают слово Божье из Библии. И на этом мы закончили. И все было очень прекрасно. И детишки уже, они ушли на улицу. И после этого у них праздник начался. Праздник еда. И вот, ну, церковь обеспечивали еды детишки, чтобы они не голодали. И теперь они кушают. Вот что у нас тут в Африке. И спасибо, что вы нашли время смотреть это видео. Благодарю. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Всем спасибо. Пока-пока. До свидания. Я вас люблю. Увидимся в следующем видео. Это был Matthews из Африки. Peace out. Patient.